Всем доброго времени суток. Приехали мы на провождение. Да? Провожай. 21-й. Встречай 22-й. Ага. Иди, кашу проверь. Не? Сейчас я вас... Пока идет небольшой мороз. Ну, Мартын прыгает. Сейчас выпущу архаровцев. Да, да, да. Чем пахнет? Чем пахнет? Агламонов сейчас. Они в машине, Чеза. Твоя подруга тоже там. Год закончили хорошо, красиво. А этому не терпится быстрее скакать. Белка вышла. Ей сейчас не до чего, она тебе даст люля-кебаб. Сожрал мне всю машину этот Гром, возил его одного. Я думаю, что у меня там по кузову брум-грум. А он вон, утеплитель спереди сидел, выгрыз весь. Одни убытки. Бела, хватит это есть. Белкунья, блин. Фу, ну-ка иди. Иди, кашу не ешь. Какие-то какашки какие-то. Во, правильно, Гром. Она к себе домой что-то занесла. Ну это не пропадет. Сейчас я буду вас кормить. Все, все, все. Нет, нет, нет. Каюр, блин. Ты с дуру две сожрал. Обдрейшься теперь. Мне осталось теперь только злат кидать. Морда. Проводим, приехали проводить 21-й год. Это тоже что-то взяла, потащила. Играть. Злат. Витаминку. Златуль. Кохош. Ой, лапки сложила. Что-то так. Я знаю, что ты это не будешь. Да этот ты сожрешь все, что хочешь. Отстань. Злата. Ешь, бери свою косточку. Так, вы все по косточкам разобрали. Сейчас я включаю иллюминацию. У вас подмету. Вроде минус 4, минус 3 по-разному. Ну, можно. Включу иллюминацию. Накормлю вас. Даже вам суп отдам. Щи. Суп-щи. Суп-щи. Да, будет вам вкусняшка. Так, это надо дом открывать. Вот такие дела. Так что провожаем 21-й, встречаем 22-й. Увидимся теперь в 22-м году. Что-нибудь интересное, я обязательно буду вам всегда показывать, радовать и все остальное. Ну вот, отдал им щи. Помыть, отдать маме. Вкусные. Ну ладно, отдал собакам. Себе можно новый сварить. Год уходит, почему бы это они останутся с того года на этот год, да? Пусть они еще уходят же. Переваривается на 22-й, 21-го. Так, вкусняшки. Дам обязательно. О, все. Блин, надо это... Где-то дырочка сбоку. Так-то не тек. Ну что делать? Быстренько, чтобы чик, чик. Не осталось и следов, да? Сейчас, каюр. Витамины получили. А что тебе осталось вам додавать? Блин, пошел. Что, тепло будет, да? Придал немного новогоднего настроения всем. Но мне надо два отсека менять. Вот этот кусочек не горит. И с той стороны. Видите, как не очень хорошо смотрится. Не хватает. Вот, ну я обязательно. У собак тоже Новый год.
Видите, здесь уголок. Я контакты, конечно, все пошевелю. Очертания до конца, конечно, блин. А так сказочно, согласитесь? Да? Вот. Поменяю, есть у меня на что там, есть одна или две. Я как раз окантовку до конца. Не знаю, почему они не горят. Все горят, все хорошо. А вот поменяю. Посмотрю, что и как. А так вот, так вот праздничное настроение. У собак тоже включил. Чисто моргающее. Есть просто светящее, а это моргающее. Вольеры тоже новогодние. Так что придаю всем улыбки, настроение хорошего, позитивного, смотря на такую вот иллюминацию. Не у каждой собаки есть такие вольеры и даже с такой светомузыкой. Ну а почему бы и нет? Правильно? Ну а я разберусь с этими углами, что там не так. В принципе, вот такая красота. Все равно. Да? Красиво же. Приятно, новогоднее настроение. Сейчас поедем в город. Отпразднуем, приедем. Брик. Лежать. Так, ну что, я вас кормлю морды. И жили они долго и счастливо. Так, ну что, надо ехать кормить охламонов. Поедем. Идите к этой маме, щи хлебать своими челюстями. Еду мороженое охраняй. О! Новогодние лайки. Лайки страйк. Ческа, Златка. Златка, девочка, да. Кушать будем, не? Охламоны. Да, уголочек плохо смотрится. Исправим. Дайте время. Сядьте в круг, сядьте в круг. Лишь бы не обделаться вокруг. Ой. А для меня как обычный день. Ничего нового. Ничего старого. Отпускаем все. Оставляем в 21-м году. Как мы разбогатеем в 22-м, да? Как поедем на Мальдивы мартышек мочить, по пальмам скакать. Ох, лайма, Злата там наработается. О, будет. Все, щи перемешал. Держи с кашей. Косточка чуть позже. Щи не соленые практически вообще. Сейчас мама для себя делала. Как бы. А соленая она нельзя. И поэтому они постные такие. Ну, то есть без соли. Сейчас, сейчас всем вкусняшки дам. Уезжали тоже были вкусняшки на охоту. А сейчас тоже дам всем. Сейчас вы кашу поедите. Только не трындите. Со дна соскребать надо. Да. Держи, Злат. Что я там со дна тяну? Держи сверху кусочки. Держи мясо. Там внизу тоже есть, чтобы ты, пока ты до низа дойдешь. Что-то плохо в эту ночь ели. Один гром только ел хорошо.
белка. А Чеза уже рычит. Представляете, как она ведет себя? Чеза первая рычит на белку, та идет спокойно. А теперь белка возмущается. Че ты на меня рычишь? Ческа вся, ох, уши сложила, волчара. Что, не кормит, да, Бел? Не кормит девочку. Не кормит совсем девочку. Не кормит, не доедает. Ну, ты прошла много, должна покушать. Вкусняшки чуть позже перед отъездом вам дам. Потому что это... Значит, ешьте кашу. Вкусняшки на Новый год. Косточки, ребрышки. Там, да, мягкие. Держи, Чизатрам. Перерабатывающий завод. Это кошмар какая. Запах стоит. Только у одной нее бардак. По туалету, конечно. Лайка не от мира всего. Первый раз в жизни за все столько, сколько лайк было. Первая такая попалась. Именно с таким пищеварением. С таким выходом. Конечно, не в укор ей, дай бог. Но она как порося. И где попала? Такая безалаберная. Ну, у людей тоже такое есть. Есть чистоплотная, а есть грязнули. Также и здесь. Она, в принципе, сама чистая, вся аккуратная. Вот. А остальное у ней бардак. А у этих всего культурно, аккуратно, сухо. Где полежать, где туалет. Ну, спальня, понятно. Это вообще культурно. Культурная. Поел и хочешь выйти? Не. Все, я вон братана кормлю. Друган лесов и полей. Прораба, наставник. Указатель цели. Да? Горбатоносый. Вот это все влезет тебе. Давай посмотрим. Ты там эту замороженку ешь, да? И вот я ему как-то вот так вот 2 литра налил полностью миску. Еще начал такую же, ну, половинку налил, а он вообще не стал есть. То есть ему этого достаточно. Это еще Грому досыплю. Он же вечно у нас голодный. Вечно мальчик у нас голодный. А он хочет сказать, он... Они что-то аппетит совсем поменяли. Лишь бы бежать. Иди хоть. Что? Я тебе унесу добавки. Может, тебя разорвет по швам. Такая шуба красивая. Что? Что? Да, ты всем говоришь с Новым годом, с наступающим. Скажи с наступающим, Ром. Чудо, перик, что ты меня обнюхиваешь? Что ты там где-то крутишься, не пойму. Куда ты вышел? Иди на место. Иди на место. Мясо он сверху лежит, ешь. Пока не сперли. Потом еще выпущу вас погулять. Дайте мне разобраться. Вот, кушай мяско. Вот такие новогодние лайки. Перед новогодние. Всех прыг спряталась. Всех с наступающим Новым годом. Кто посмотрит в этом году, кто-то уже смотрит в 22-м году. Всех с наступающим. Всех с 22-м уже годом, потому что смотрят меня многие. Разные полюса времени. Всем здоровья, счастья, любви и всего-всего-всего-всего, чего вы сами захотите.
От Лайк Соловьева вам большой всем пламенный. Живы будем, не помрем. Всех с Новым годом!